Здравствуйте. Мы родители наших маленьких детишек, которые не могут попасть в сад в Московской области, городской округ Химки, микрорайон Сходня. А у нас проблема с группами возраста 2-3 лет, и также проблема, что нету нехватка мест возраста детей 3-4 года. Так, что еще можно сказать? Мы столкнулись с такой проблемой, что очередь в детские сады двигается в непонятную сторону. Бывают такие моменты, что первоочередные, внеочередные друг через друга перескакивают. И каким образом происходит распределение, нам тоже непонятно. На каком основании берут тех детей, которые подали заявление, к примеру, в 2019 году, и они попадают же в садик. А те, кто подал заявление в 2016 году или там в 2015, они тоже льготники, но они также стоят и ждут своей очереди. Нам вот этот момент непонятен. Также мы хотели бы донести информацию о том, что просьбу, чтобы детские сады были все-таки детскими, и стены в детских садах были похожи на счастливое детство ребенка, что ли, я не знаю, и чтобы как-то более они были более доступными, игрушки были тоже самое, да, что еще? Транспортное сообщение тоже было у нас. Также у нас проблема тем, что нам единственное, что сделали после коллективного обращения к Министерству образования города Химки, предложили, может быть, какую-то альтернативу с садами в микрорайоне Планерная. Но так как мы мамы, маленькие дети, да, извиняюсь, мы не работающие люди, попасть в этот сад микрорайон Планерная возможно только либо на электричке, потом 300 км идти пешком с ребенком до этого сада, либо 22-й, либо 370-й автобус, который идет раз в час. То есть, чтобы доехать туда на Восходненское шоссе, всегда в пробках, чтобы уехать обратно. То есть также ни на работу не устроиться, ни чтобы отвезти ребенка, ни обратно. То есть альтернативные сады микрорайона Планерная нас никак не устраивают. То есть все просят в шаговой доступности сад, а в микрорайоне Сходня мест вообще нет. То есть как попасть детям, неизвестно. На самом деле проблема усугубилась с присоединением Сходня к городу Химки. И на данный момент проблема действительно носит не единичный характер. В настоящий момент в коллективном заявлении участвуют 44 родителя. Проблема действительно не решается, очереди совершенно не двигаются вперед. С момента рождения поставлены дети на учет, и очереди стоят только, по-моему, назад движутся.